И вот, друзья, я на площади Декабристов. Ну, тут видим, что площадка для кормления голубей. Тут, видимо, стоял какой-то ларек, его снесли. Остался фундамент. Этот дом уже тоже давно постолярово не штукатурился, весь облупился. Ну, смотрим, что здесь нового. Скамейки. Сразу, конечно, видим, что скамейки очень удобные, современные. Я сейчас пройду, наверное, вот так вот. Интересно, что здесь вот с детьми занимаются. Ну, видимо, голуби привлекают. Вот. А, конечно, можно было в этом месте сделать какую-нибудь такую спортивную площадку, тоже современную, вот, используя вот такой натуральный материал, дерево. Вот я вижу в оформлении, значит, скамеек и урн, пока вот эта такая прослеживается гармония, что ли, да? Ну, конечно, фонарики, пушкинские фонарики, это, да, библиотека Пушкина. И здесь даже, по-моему, очень достаточно даже перебор. И они слишком большие, ну, ладно, ничего, смотрится неплохо. Вот. Вот такие скамейки, да, достаточно удобные, я думаю. И их много, очень много, это здорово. И вот такая беседка, или можно сказать, может, как ротонда. Интересная находка. Здесь вижу, что оформлено все, и вечером, видимо, загорается. Березки насажены. Вот, березки живые, видимо, уже они прижились. Ну, интересно, конечно, площадь стала интересная, я не знаю, там, почему ругали там профессиональные архитекторы, вот. Они, по-моему, вот эти профессиональные архитекторы, которые уже, им пора давно на пенсию, вот, со своим советским мышлением, они только сейчас мешают, надо молодежь выдвигать. Вот главный архитектор города Краснодара, Наталья Машталир. Друзья, найдите вот эту фамилию, Наталья Машталир. Забейте в Фейсбуке, забейте в Ютубе. Посмотрите. Ну, в общем-то, неплохая площадь, я бы сказал. Раньше вот эти вот парапеты были, вот то, что сейчас вот деревянные. А раньше они были каменные, вот с того кладбища, на котором я только что был. Вот. Ступени сделали тоже. Газоны ровненькие. Надеюсь, что они зазеленеют. Вот, ну такие, да, большие газоны, конечно, вот большие площади, это не очень так рациональное использование места, но ладно, хоть озеленение, и то ладно. Птички, кстати, чирикают. Ну вот, друзья, в общем-то, вот моя сегодняшняя прогулка на сегодня закончена.